Мы – студия дизайна интерьера ID4U, Вика Мощинская и Оля Грибан. Нам очень близок этот объект. Его заказчики – молодая семья с маленьким, пока еще одним ребенком. Они любят проводить время вместе, поэтому общую зону хотелось сделать большой и свободной, что также позволило бы им принимать гостей с другими детьми. Эта квартира общей площадью 240 квадратных метров создавалась путем объединения трех небольших квартир. Пространство здесь было полностью перепланировано. Форма квартиры естественным образом привела к разделению на две зоны – общую и приватную. В первой зоне мы разместили гостиную, кухню, столовую, а также детскую игровую. Три спальни, гардеробные, санузлы разместились во второй зоне. Концепция интерьера данного пространства имела несколько ключевых ведущих элементов. Паркет с паттерном «Версаль» в современном исполнении, теплые светлые стены, текстура натурального дерева в мебели, мягкий свет, знаковые элементы интерьера, в том числе винтажные. Приятный вид позволил нам в общей зоне реализовать концепцию открытых окон. Мы отказались от плотного текстиля, использовали тонкий воздушный лен. Оконные проемы мы обшили деревом. В результате их практически никогда не хочется закрывать. Владельцы квартиры хотели иметь как закрытую, так и открытую кухню. Эту задачу мы реализовали с помощью раздвижной конструкции. Дополнительная вытяжка в потолке исключает попадание запахов еды в гостиную. Кусок кухонного пространства мы отдали под холодную комнату, где помимо кухонных принадлежностей можно хранить и продукты. Для данного объекта была выбрана спокойная теплая цветовая палитра. Оттенки бежевого и теплого серого, натуральное светлое дерево – все это создает очень уютное пространство. Черные элементы придают ему глубину. Мы всегда придаем значение деталям, и в данном интерьере их немало. Латунные ручки дверей, латунные краны, красивые выключатели, трубчатые радиаторы, разные аксессуары. В интерьере много знаковых предметов декора. Винтажное кресло 50-х годов «Папа Беа», винтажное кресло 70-х годов «Etc.», трендовые стулья фабрики «Ноу», светильники «Луи Польсен», ваза «Муто». Владельцы коллекционируют картины современных украинских художников, поэтому квартира наполнена аутентичным артом – Сильваши, Некрашевич, Димов, Миронова. Для данного объекта много мебели было сделано украинским производителем по нашему дизайну. Необычный обеденный стол на трех ногах, книжные стеллажи, ТВ-тумбы и многое другое. Вообще мы любим искать, и что очень приятно находить, интересные предметы декора украинских мастеров. Самое важное, на наш взгляд, для любого жилого помещения – это планирование пространства. Правильное разделение зон, определение мест для хранения – именно эти вещи создают ежедневный комфорт для всех, кто здесь живет.
квартире три гардеробные. Для верхней одежды в зоне прихожей, мужская в отдельном помещении и женская в спальне. Также есть хозяйственная и холодная комнаты. Это пространство создано для жизни, в нем тепло и комфортно. Интерьер создан так, чтобы радовать владельцев долгие годы. Мы надеемся, что именно так и будет. Это про вечные ценности. Надеемся, вам понравился этот рум-тур. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите наши предыдущие выпуски. До новой встречи уже через неделю.